Ужесточат контроль над контролерами. В этом году в регионе нашли почти 1400 нарушений закона в сфере защиты прав предпринимателей. А протестовали около 300 незаконных правовых актов. На предпринимателей обрушиваются проверки от 40 контрольно-надзорных органов. Если для визита нет достаточных оснований, прокуратура такие проверки отсекает. На стадии формирования плана проверок на 2016 год прокурорами исключено 900 незаконных проверок, отказано в согласовании 272 внеплановых проверок. За каждой этой цифрой стоит реальная помощь конкретному предпринимателю. Результаты уже есть. Количество проверок предпринимателей в регионе снизилось почти на 20%. Не просто так сказано, да, Владимир Владимирович Путин, о том, что самая лучшая сейчас борьба с санкциями – это поддержка предпринимателей, производственных, например, промышленных предприятий нашей Российской Федерации. То есть поэтому вот этот инструмент контроля за деятельностью бизнеса, он не должен быть таким, что проконтролировав, предприятие закрывается. Грядет еще одно новшество. Ужесточат уголовную ответственность для сотрудников правоохранительных органов за незаконное преследование предпринимателей. Новый закон приняла Госдума. Важно также, чтобы предприниматели активно участвовали и в экспертизе законопроектов. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.